Многие любят кофе без пенки. Допустим, когда они добавляют теплую воду в турку и начинают готовить кофе, варить, тогда не бывает пенки. А у меня в семье любят кофе с пенкой. Эля готовит кофе по рецепту своей семьи, который передается из поколения в поколение. Кофе получается на восточный манер, а главной его изюминкой становится богатая пенка. Секрет кроется в том, что в турку нужно добавлять не теплую воду, как все привыкли, а холодную, и снимать с огня, пока кофе не успел закипеть. Как только оно поднимается, нужно снять с огня турку, чтобы, ну, грубо говоря, кофе сварился в руках. Я видела, как мама делает, и... Помню, один раз в гости пришла, увидела, что кто-то по-другому готовит воду из чайника, добавляет. Я только пришла, говорю: мам, почему ты добавляешь из фильтра, я не знаю, да, обычную холодную, а кто-то добавляет из чайника. Ну, она говорит, потому что тогда пенка поднимается. Эля признается, в ее родном солнечном Азербайджане кофе пьют редко, в основном чай. Но в холодной Сибири она привыкла согреваться именно этим бодрящим напитком. Кофе пьют без сахара, чтобы прочувствовать весь вкус. Кофе по-индийски – это простой процесс, но долгий. Покажу, как он приготавливается. Знаете, первым делом воду кипятим. Индиец Сандип – настоящий ценитель этого ароматного напитка. Вот уже 16 лет в своей работе он занимается тем, что пробует и тестирует разные виды кофе. Сандип знает толк в хороших вкусовых качествах, поэтому даже растворимый кофе он не заливает кипятком, а варит. В кастрюльку с кипящей водой добавляет молоко и сахар. Мы должны все время постепенно перемешивать, потому что мы не приготавливаем кофе, а увариваем. На наше удивление, в кофе по-индийски не добавляют специи. Сандип объясняет, в Индии специи добавляют только в чай и еду. Нет, кофе – напиток индивидуальный, то есть он не должен быть чем-то перемешан. В деревне пили, да? Ой, какой вкус! Зато в кофе по-бедуински специи не жалеют. Русская красавица Мари для своих мужчин-татар любит готовить остренький напиток. Кофе по-бедуински, вообще я увидела это в познавательной программе, как его готовят кочевые племена. Они готовят на костре, то есть кофе очень грубого помола, они буквально толкут его в ступке, варят на костре, в кувшинчике, а потом посыпают толченными семенами кардамона. И это было так вкусно показано, я ему так вдохновилась и показала, что это должно быть что-то безумно вкусное. И у нас в кафе в городе никто не смог мне предложить кардамон, когда я спрашивала. Поэтому я решила сделать сама. Правда, в городских условиях костер пришлось заменить привычной кофеваркой, но получается, как признается хозяюшка Мари, ничуть не хуже. Варим кофе. Для того, чтобы смягчить вкус, можно добавить молоко. Ну и в завершение добавляем сюда кардамон. Здесь опять-таки по вкусу, как вы хотите. Если любите более пряные, не скупитесь на специи. Мне кажется, ими невозможно испортить кофе. И для красоты украшаем чашку с ароматным напитком звездочкой бадьяна. Ну, мне кажется, это такой больше, наверное, зимний вариант, потому что зимой хочется чего-то пряного. Есть у хозяюшки Мари и летний вариант кофе со льдом, сгущенкой и шоколадным сиропом. Молотые зерна проходят через фильтр. Все перемешиваем. Пробуем. Холодненький. Угу. Вкусно. Я думала, кстати, что будет очень сладко, потому что здесь и шоколадный сироп, и сгущенка, но на самом деле даже чуть-чуть не хватило мне сахара, потому что он получился не переслащенный, а такой в меру, и я бы еще чуть-чуть добавила бы сладости. Просила, получай свою порцию сладкой жизни прямиком из горячей Испании. С сахаром? Да. С печеньками и с сахаром? Конечно, с сахаром, потому что мы желаем, чтобы наша жизнь была сладкой. Испанец Фернандо рассказывает, пить очень сладкий кофе с шоколадом, печеньем или хворостом – это любимая традиция испанцев. Я понимаю, в чем прелесть такого завтрака, потому что шоколад тает в кофе и получается такой, не знаю, ну, очень вкусно получается. В отличие от многих других стран, чай в Испании не популярен, а вот такой кофе пьют утром, днем и вечером. Поэтому на испанца Фернандо часто смотрят с удивлением. Но вот эти немцы, они, да, завтракали бутерброды с вареньем, или точно они сладости. Да, и это для меня какая-то была странно, потому что я всю жизнь только у меня был сладкий завтрак. И только после этого я иногда перестал, как не так часто завтракать сладости, а вот, например, да, как, например, да, все эти бутерброды, либо фрукты. То есть мои завтраки стали более разнообразными. Теперь я понимаю испанцев, которые так радуются жизни и невероятно позитивны. Ну как после такого завтрака можно остаться хмурым? Buen provecho, что в переводе с испанского означает «приятного аппетита».